Всем привет. Ну что, смотрите, это место сухое еще пока, хоть и идет дождь. Аудюха у меня отъехала, все уже забрали. Теперь будем надеяться, то, что она будет служить верой и правдой следующему владельцу. Вот она, аудюха. Красавица. Ну и все, и больше я ее не увижу. Ну как трогается-то. Дай бог тебе здоровья, чтобы владелец-то тебе хороший попался. Ну вот, как-то так. Аудюха продана. Блин, прям грустно. Очень грустно. А у меня, кстати, сегодня утром еще и произошло то, что пришлось сажусь киюху заводить. Она у меня не заводится. Сдох нахрен аккумулятор. Сел в аудюху утром. Съездил, купил новый аккумулятор. Вот опять-таки выручила аудюха. Вот съездил, купил новый аккумулятор. Купил аккумулятор. Сейчас поменяю на киюхе аккумулятор. Вот, не знаю, конечно, что там за аккумулятор такой странный. Ну, в принципе, я в аккумуляторах фирмах вообще как бы и не шарю. Ой, да. Беда. Жалко. Блин, дождик еще пошел. Жалко вообще прям аудюху. Печалька. О, нашел. Нашел. Ключи искал. Сигналка аж еле-еле подпискивает. Да. Все, теперь у меня только одна машина. Осталось у меня только киюха. Так, что мне там надо будет? Ключик на 10. Так, ключик на 10 у меня в кармане. Должен быть. Да, есть. Так. И мне нужно будет переходник. А ключ там. Так. Вроде бы на 13. Так, это какой? 11, 12, это 13. Да, 13. Вроде он. Может на 12. Ну это что, приду, поменяю. Так, и сам ключ. Так, а так как я не дотягиваюсь так там, мне надо пассатижики, наверное, возьму, чтобы так подкручивать. Ну и все, поставил новый аккумулятор. И моторчик зажужжал. Ну, купил какой-то... А, блин. Купил какой-то акват. Не знаю. 60 амперный. Я просто прочитали, мы там открыли. И сюда вроде прописывается как 60 амперный. Я хотел вроде 65. Но... Блин, а теперь надо думать, куда избавиться от старого аккумулятора. Ну пусть пока тут валяется. А, вот она печалька. Блин, прям аж не верится. Аудюха.
аудюха, моя аудюха. Вот такое получилось у нас короткое прощальное видео с аудибочкой. Ну, в принципе, мужичок вроде нормальненький такой. Я сначала думал, когда он мне писал, думал, что, блин, перекуп какой-то. Типа, прям не глядя, приеду, заберу. Я прям, ну, как бы, мне кажется, любой бы на моем бы месте подумал, что это перекуп. Так, ничего не оставил ли? Нет, не оставил. Ну что, пойду-ка я перепаркую ее на место аудюхи. Все. Теперь у нас во дворе батьки расслабятся. К сожалению, расслабятся. От того, что аудюхи нету. Все уже. Так она мне душу грела. Стоял. Вот и все. Вот оно. Освободившееся местечко от аудюхи. Блин, как-то аж печально звучит-то. Я знал, что мне будет ее жалко. Дико жалко. Но я ему все рассказал, все показал. Блин, ну я не знаю. А что там, все в основном минимум, все новенькое стоит. Подвесочка, я и по кочке прям тут одна была. Ну, или не тоже кочка, а лежачий. Так бум-бум. Никаких лишних посторонних звуков. Никаких ничего. Единственное, что ему осталось, это подрегулировать сцепление вниз, опустить. Ну и то он говорит, ну в принципе меня это устраивает. Нормально. И да. А, ну и в принципе то, что я заслонку забыл там починить. То, что не он на лобовик слабо будет дуть. Да. Конечно, в этом и есть минус, то, что он поехал в дождь. Но в принципе, мне кажется, горячего слабого даже в воздух на лобовик более чем будет достаточно. Более чем достаточно. Ну а так что, друзья? Аккумуляторники я новый купил. Давно пора. В принципе, он у меня уже слабо-слабо так это подтягивал. Поэтому я знал, что менять надо его. Я, конечно, думал, что чуть попозже его буду покупать. Ну ничего, он вышел мне аккумулятор. Сейчас я вам скажу, о чем аккумулятор у меня вышел. Где-то он был. Гарантийник. Год у него, говорят, если будет даже слабовато заводить, все такое. Говорит, не парься, прям приезжай, привози аккумулятор. Тебе его там электролит, там что-то вот это дольют. Пусть чего вообще заменят. Не знаю, такой продает. Короче, стал он мне со скидкой 4007 рублей. Короче, 4000. А так он стоил почти 5. Но я у них это по мелочи все время приезжал, что-то покупал. Когда какие мелочи. Сделал мне скидку. Стал мне аккумулятор 4000. Ну, я не знаю, конечно, в аккумуляторах я не понимаю, но мне почему-то говорят то, что 60, 65 ампер,
Они это более такие-то, ну, на завод хорошо идут. Это тоже как бы я поставил как бы при первой заводке, ну, как бы не почувствовал какого-то дискомфорта, машина хорошо, быстро прям завелась легко. Что я уже не мог сказать с тем аккумулятором. Вот, а так все, дел по делу, гравиничек. Все хорошо. Ну, 4000 в Киюху дзынь. Все. Ну ладно, мужик вроде хороший, который у меня аудюху сейчас забрал. Вроде такой деревенский мужичок. Дай бог ему здоровья, если он будет следить хорошо за аудюхой. Может, все-таки аудюхе и повезет. Вот все нормально будет. Да повезет, нормально. Нормально, мужик. Бля, я прям так переживаю за нее. За них уже обоих. Ладно. Всем пока-пока. Увидимся в новых видео. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Аудюхи с нами больше не будет.